видите, друзья, Сергея. Сергей интервьюирует кандидатов. У нас получается целая эпопея. Да, счастливо, удачи на связи. Вот у нас там кандидат даже какой-то на экране. Сергей, ну давайте, раз вы уже тут освободились, расскажите, что у нас вообще, как, ну вообще, как процесс идет? Возьмем тут у него резюме. Я не буду как бы показывать личные данные. Нет, не надо. Да. Зачем же? Никому и не надо личные данные. Резюме есть, кандидаты есть. Так. Есть которые, кандидаты, которые более приближенные к нашим задачам, то есть имеется в виду их способности, опыт. А вот нет такого, что вот пишет человек в резюме одно, а допустим, а может на самом деле второе больше. Так бывает? Бывает наоборот. Так. Бывает, пишет, а как начинаешь касаться, то и там не совсем, и то не совсем. А какие бывают, вот, может быть, вещи, на которые надо внимание обратить, когда люди интервью проходят? Ну, вот, как бы с точки зрения убедительности или, может быть, ну, с точки зрения как бы техники прохождения. Вот, может быть, они что-нибудь такое делают, после чего остается впечатление, может быть, не самое лучшее. Вот что бы такое надо, на что надо внимание обращать? Ну, как бы особого, как бы таких рекомендаций, у меня не сильный опыт тоже интервьюировать есть, да. Но все же. Ну, да? Вот сейчас вот, да. Надо быть самим собой в первую очередь. Это сложно. Не надо, не надо пытаться из себя делать того, кем ты не есть. Это все равно рано или поздно выйдет. Потому это правда, да. Ты должен быть не только специалистом, ты должен быть еще человеком. Как бы адекватным, да. Позитивным в какой-то степени. То есть, а вот админы, они вообще не то, что должны быть мрачными такими, ходит админ, вот как трубач. Знаешь, только ходит мрачный трубач. Ну, люди разные бывают. Но... То есть есть веселые админы? Админы – это одно сплошное веселье. Это хорошее, да. Это одно сплошное веселье. А в нашем коллективе, поскольку админ у нас один, то на него в три раза больше ложится. На всех, да. Так что вот так вот. Но мы продолжаем как бы интервьюировать людей, как бы уже есть как бы намётки, есть какие-то вот более приглянувшиеся. Со сколькими уже удалось поговорить живьём? Живьём, наверное, я так сейчас посчитать, за два дня, наверное, человек пять, наверное, мы уже лишились. Живьём? Да, имеется в виду живьём те, что приходили даже к нам сюда. А был человек, приходил? Да, несколько человек приходило и в скайпе. То есть просто были на местности, которые... Да, просто зашли и говорят, здрасте, вот, слышали, я хотим попробовать, да. А я думал, только один такой был, нет? Больше? Один, второй... Я не помню, честно. Мне вот так вот перемешало скайп и живьем, что я так сейчас даже как бы сориентироваться не могу. Ну, хорошо, друзья. По-моему, один точно был. Друзья, оставим значит, это самое, нашего админа там, как-то сказать, переваривать информацию. Да, да, вот. Я еще пару звонков сейчас сделаю тем, кому наметил, скажем так. Ну, и дальше будем думать. Ну, смотреть. Давайте. Ну, в общем, есть из кого выбрать. Да, выбор есть, и как бы есть люди, которые приближенные к нашим, как бы вот. И вот они уже как бы на местности более-менее с разрешением на работу. Имеете в виду на местности в Штатах? В Штатах. Да, в Штатах. Ну, хорошо, давайте помашите всем ручкой. Да. Вот процесс пошел. Счастливо всем. Идем.